Сегодня на площади Харьковский технический клуб «Самоход» проводит ретро-выставку, посвященную Дню автомобилиста. Обычно День автомобилиста мы празднуем последнее воскресенье, но ввиду того, что в городе Харькове выборы на 31-е, поэтому предварительно проводим, для того, чтобы всем собраться, закрыть сезон и встретиться, для того, чтобы кого можно было обнять, кого можно было поздравить с новыми премьерами, которые здесь на выезде, и надеяться на следующий год будем выезжать в другие города, Киев, там, Одесса, куда нас приглашали и куда мы не поехали, потому что была пандемия. Поэтому выставка достаточно многочисленная, больше 80 машин, две премьеры, то есть это Tatra 600 выехала сегодня, и вот с этой стороны Cadillac великолепный. То есть это вот две машины, которые новенькие, плюс еще мотоцикл Иш 350, мотороллер Электрон в гаишном варианте раскраски. Есть еще ряд машин, которые еще не были на нашей выставке, но они уже по городу Харькова мотаются, но еще не были. Поэтому они вот здесь впервые. Надеемся, что понравится. Пока вот достаточно большое количество людей у нас ходит, смотрит. Надеемся, что выставка понравится. Ну и будем готовить следующий год, следующие машины интересные, которые должны будут в городе Харькове выехать. И думаю, что киевляне уже анонсировали то, что они нас на весну ждут. Я надеюсь, что поедем туда достаточно серьезным коллективом.